Здоровая диета предполагает употребление разнообразных продуктов питания, включая свежие фрукты и овощи, зерновые и крупы. По возможности следует отдавать предпочтение цельнозерновым, белки, молочные продукты и полезные жиры. Большинство продуктов, потребляемых в настоящее время, обработаны, по крайней мере, в некоторой степени. Но не все обработанные продукты одинаково полезны. Например, фрукты, консервированные во фруктовом соке, будут более полезным вариантом, чем фрукты, консервированные в сахарном сиропе. Таким образом, обработанные продукты могут быть включены в здоровую и сбалансированную диету при условии осознанного выбора. Менее обработанные пищевые продукты, такие как замороженные фрукты и овощи, являются ценным источником питания. Они удобны и имеют более низкую цену. Таким образом, нарезанные, замороженные и консервированные продукты в натуральных соках, фрукты или в воде овощи или рыба являются хорошей альтернативой для занятых людей, у которых мало времени на покупку свежих продуктов и приготовление пищи из них.